Всем-всем добрый день! Сегодня 6 ноября, межсезонье. Листья почти уже опали с деревьев, только на березах еще их достаточно много. Верхний пруд. Здесь сегодня моя прогулка. Покормили с внучкой уточек. Вот они плавают. Может быть, видно. Такие маленькие пароходики. Ну, погода такая прохладная, достаточно 0, плюс 1 сегодня. Но, как говорится и поется в песне, у природы нет плохой погоды. Прекрасная зона отдыха для прогулок. Собачка вот тут заинтересовалась, о чем я говорю на камеру. А вот в этом доме живет моя внучка. Ее сейчас я привезла к родителям. В праздничные дни мы отдыхали с ней вместе. Детская площадка здесь есть.